Дальше? Да. Мне кажется, об этой песне тоже стоит рассказать, да? Виктор Наумович. История долгая и интересная. Я думаю, стоит о ней поведать. Вот эта вечно зеленая тема, Whisper Note, совсем такая непростая. Она прозвучала еще в советском фильме под названием «О джаз». Фильм этот поставил Григорий Лунин, я был музрук вообще этого фильма. И фильм художественный. Там играли три знаменитых актера, теперь никого из них уже нет среди нас. Это Юрий Волков, Катин Ярцев, тоже Юрий Васильевич, и Григорий Лямба. Прекрасная троица замечательных, мощных артистов. И играла там драматическую роль и в то же время пела джазовая певица Галина Филатова, с которой я тогда много работал. И значит, вот эту версию, как она прозвучала в фильме, ну, немножко, конечно, деформированная на наши дни, мы предлагаем вам сейчас послушать. Надеюсь, что вам понравится. Мы готовы, Лена? Thank you.